Ну и вторая часть, которую я вам покажу, изготовление, весь процесс изготовления вот этой вот матрицы. Ссылка на первую часть будет в описании. То есть изначально я выкатывал первую отражатель вот на этой матрице. Ну, получается, что это как полуансон. Затем просверлил глухое отверстие для центровика, диаметр которого 12 мм, для того, чтобы и лист, который я также просверлил, при в процессе давления не сместился никуда. И таким вот образом все это происходило. Кому интересно, вы можете посмотреть, ну, в ускоренном, правда, виде, потому что я, опять же, не хочу затягивать хронометраж, и для того, чтобы просмотр был более комфортным, потому что либо нужно резать, сокращать, либо я для себя нашел вариант, когда просто ускорение, весь процесс остается нетронутым. Все, всем спасибо, всем приятного просмотра.